А, вы здесь, и я с вами здесь тоже. Давайте вам сегодня буду рассказывать про кулер для процессора DeepCool. Подходит как для Intel, так и для AMD. Коробка у нас такая массивная, большая. Ну и вот крася, вот он, красавец, прям, да, красивый у нас наш кулер. Так, ну что, он у нас здесь говорится, что возможности есть регулировки. 120-й сам кулер, да. Ну, это даже как не кулер, а радиатор. Это радиатор, вот он, кулер, радиатор для процессора, будет охлаждать, будет тихий, вы будете спать спокойно, не будете слышать. Это все 120, как я уже говорил, плюс регулировка. То есть, если вы даете больше, вам необходимо больше мощности, вы даете больше нагрузки для вашего процессора, он будет работать быстрее и отводить тепло лучше. А если вообще не будете использовать процессор, ну там просто вот у нас компьютер включен, то он уже сбавит обороты и будет так тихо-тихо-тихо охлаждать, поддерживая температуру процессора в нормальном состоянии. Ну что, первую сторону мы с вами посмотрели. Давайте посмотрим, что у нас с этой стороны. Данный радиатор был приобретен для сокета AM4. Вот здесь я, конечно, могу и лохануться. Так, ну смотрите, здесь вот говорится, что подходит для разъемов 11.5X, то есть это 50, 51, не знаю, какие еще, LGA, значит, 775 сокет для Core i7-5-3, Core to Duo, Quad, Pentium, Pentium G, Celeron G и AMD разъем FM2 плюс FM2, FM1, AM3 плюс, AM3, AM2 плюс, AM2 для 95-ваттных интеловских и 100-ваттных AMD-шных. Ну и вот здесь вот как раз вот бизнес-класс, Симпрона, Атлона, Атлона разные, FX, АПУ. АПУ это, если не ошибаюсь, это у нас со встроенной графикой. Ну, вот здесь вот есть какая-то информация. Что это за информация? Указывается у нас, как будет выглядеть и какие размеры у нас вот с одной стороны, передняя сторона, верхняя сторона. Ну, вот как-то так. Переворачиваем. Даже у нас здесь есть небольшая инструкция. Тоже, кстати, неплохо, да? Посмотрите. Вставил, повернул. А, даже нет, как-то. А, нет, здесь вставляется, смотря какой вам необходимо. То есть здесь разъем, он получается универсальный. Вы вставили. И вот по расположению, там немного идет смещение, как понимаю, вот по расположению. Ближе к процессору вы вставляете для 775-го сокета, а чуть дальше для 1150X. Супер. Так, ну что, потом вы вставили, прикрутили, защелкнули, подцепили, все, вот как-то так подсоединили к материнской плате, чтобы он у вас крутился. А, что еще здесь? Ну и в принципе все. А это вот как раз инструкция для AMD-шных. Для AMD-шных все легко и просто. У них уже есть площадочка, куда вы будете цеплять данный кулер, радиатор для процессора. Вот, раз зацепили, два зацепили, подсоединили к материнской плате. Все, радуйтесь, ребята, даже не надо заморачиваться. Так, ну что у нас с этой стороны будет написано? Габаритный размер, диаметр вентилятора, вес нета, номинальное напряжение, рабочее напряжение, входное напряжение. И этого у нас здесь ничего не указано. Это вот просто прям бежит, 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 бежит. И вот они данные, да? Так, ну с обратной стороны здесь больше ничего-то как бы у нас и нету. Вот она верхняя сторона. Ладно, давайте сразу тогда откроем, завершим наш обзор. Открываем аккуратненько, осторожненько. Достаем. Достаем. Вот оно, универсальное крепление для Intel. Так, вот они специальные штучки, которые нас будут держать. И вот он сам наш красавец. Ну и главный вопрос, да, я вот почитал обзоры других пользователей по поводу радиаторов, процессорных радиаторов. Они говорят: ребята, все классно, все хорошо, но вот эти вот трубки, вот здесь, видите, да, аккуратненько уже термопаста нанесена. Ребята, вот эти вот
ну, вообще ужас, плохо соприкасаются вот эти вот медные трубки, вот, вот по этой вот площадке с процессором, они либо углублены, либо наоборот выпирают. Ну, что это, надо все делать вровень. Так, давайте вот здесь посмотрим. Ну, вот здесь вот у нас, если не ошибаюсь, все ровненько, ровненько, да, видно? Ну, уже здесь термопаста нанесена, поэтому вот мы не будем прям так долго его мучить. Давайте вот обратно это все дело как-нибудь аккуратненько уберем. И будет ждать нашего часа наш кулер. Да, вот подсоединение, как я уже... Ой, так, все нормально. Подсоединение у нас 4-пиновое, соответственно, будет у нас регулироваться. Ну и большой, красивый, без подсветки, я как понимаю. Возможно, даже есть подсветка. Ну вот большой кулер, радиаторный кулер. Супер. Советую к приобретению. Будет работать тише, охлаждать лучше. Ну, в общем, как-то так.